Вижу мир. Интересные факты. Фиджи. Жители Фиджи одними из первых встречают новый день, так как страна расположена на 180-м меридиане, по которому проходит так называемая международная линия перемены дат. Вся страна живет по одному времени, однако на острове Тавиуни находится точка, где одной ногой можно стоять в сегодняшнем дне, а другой — во вчерашнем. На Фиджи солнечно-защитные очки и шляпы находятся под запретом. Носить их могут только вожди. Менее 200 лет назад на Фиджи распрощались с каннибализмом. Племенные войны были обычным делом, поедали в основном захваченных врагов. Сейчас туристов с удовольствием проведут в священные пещеры Нейхехе, где укрывались языческие племена, и покажут могилу отъявленного каннибала Рату Удреудре, который жил в 19 веке и съел около 900 человек. На Фиджи по-прежнему пользуется большой популярностью традиционное хождение по раскаленным камням. Хотя сегодня оно практикуется чаще для развлечения туристов, чем в религиозных или ритуальных целях. Поделись этим видео с друзьями и не забудь подписаться на канал. Будьте осторожны при просмотре. Подписавшись на канал, вы рискуете узнать любопытные факты.